Жил, не тужил, и своей свободой, кстати, дорожил. Но тебя повстречал, и друзья сказали, все, пацан пропал. Вот вроде бы, что не так, но сам понимаю, что в конец размяк. Нервяк, бессонница, авитаминоз. И вполне логично, что возник вопрос. Ой, мама, я так счастлив. Эй, люди, вы слышали? Она сказала да. Ой, мама, твой сын счастлив. Но ты же слышала, мам, она сказала да. Завелось, понеслось, все еще мечтал, так наконец сбылось. Это топ новостей, и главное не забыть, кого в ряды гостей. Так, ресторан, лимузин, друганов свидетелей, чтоб не один. Музыканты, букет, идиотский костюм, койка, знакомый гейшек, что еще? А, мальчишник! Ой, мама, я так счастлив. Слышали? Она сказала да. Ой, мама, твой сын счастлив. Но ты же слышала, мам, она сказала да. Подождите, какие конкурсы, какое телетесто? Так, ну-ка верните ведущего на место. Дорогая, а вот это что за мужчина? Твой двоюродный дядя? Блин, реальный маньячина. Так, а здесь что такое? Кто на стол пустил собаку? Что вы говорите, надо? Вам надо драку. Так, стопы, ребята, вот реально не стоит. Сейчас же батя увидит, да он тут всех успокоит. Ой, мам, я так счастлив. Но ты же слышала? Она сказала да. Ой, мамка, ну что ты плачешь? Да, твой сын взрослый. Мама, она сказала да. Ой, мама, я вообще.